Так, ну что, ребят, мы продолжаем. С вами Люксвит. Это у нас Minecraft Story Mode. Запасайтесь вкуснотенью. Приятного вам просмотра. А я полетел. Итак, во время проведенной сделки. Так, разговоры мой конек. Мне впору нервничать. Буду молчать. Разговоры мой конек. Но у меня же ораторский талант. Окажи мне услугу. Попридержи свои внутренние таланты, хорошо? Ну вы же все знаете, все знаете Петру, мою новую загадочную подругу, нас теперь водой не разольешь. Мы столкнулись друг с дружкой, когда я искал Рубена. Бедняга Рубен, что у него с глазом? У нас произошла небольшая стычка с зомби, они намяли Рубену бока, но он показался им что почем. А ты что делала в лесу? Ничего, меня просто привлекли пронзительные крики Джесси. Быть бы мне добычей пауков, если бы не она. Прости. Так, ну постойте, мы же победили. Похоже, мы опять расплатили за то, что оставили друзей в критическую минуту. Если бы я не знал, что к чему, я бы подумал, что этот крипер того и глядит взорвется. Здорово у нас вышло, правда? Так, в честь победы я жду за вами, да? Вы на самом деле победили? Так, пору устроить вечеринку в честь победы. Кто за? Мне по душе любые вечеринки, но особенно такие, на которых я праздную победу. Наконец-то я буду своего рода виновником торжества. Слушай, Джесси, пора пойти проверить этот объект. А, ну да, объект. Тонко подмечено, да? Как обухом по голове. Мы с Акселем. Так, я слышал, кто-то говорил, что возле стенда с картами... Быстрее, мы договорились встретиться в том переулке. Темно, темно. Тут так темно. Странно, он говорил о темном, жутковатом переулке возле ворот, но его тут нет. Может, запаздывает? Ты уверен, что это и темный, и жутковатый переулок, о котором он говорил? Была уверена. Ладно, меняем план. Вы остаетесь здесь на случай, если это и впрямь то место, о котором он говорил, а я пойду разведаю. Ладно, чуваки. Те, кто не понимает, о чем речь, обязательно посмотрите ту серию. Если он объявится без меня, то вы уж меня простите или что-то. Очень быстрый текст, поэтому не могу прям полностью все прочитать. Но если что, вы читайте так же. Ну и кто вы такие? Не подгравливайся ко мне людям. Нет, кто ты? Меня зовут имя Джесси. А тебе? Что за дело? Мне надо встретиться с Петрой, а не с тобой, кем бы ты ни была. Не вижу ни малейшей причины оставаться здесь. Может, назовешь хоть одну? Тебе нужен череп и сушить? Я готова заключить сделку. Я ее напарница. У меня сделка с ней, а не с ее напарницей. Она придет, но мы можем начать и без нее. Череп у тебя? Конечно, он у меня. Не стоит со мной в игры играть. Ну, конечно, он у меня. Что это была бы за сделка, если бы у меня его не было? Так покажи его. Хочешь его увидеть? Ясное дело, хочу. Я тебе покажу. Так показывай. Не торопи меня, терпеть этого не могу. Меня это нервирует. Я не собираюсь больше тратить на тебя время. Айвор. Очень вовремя, это твоя напарница чуть сделку не сорвала. Вообще-то так не годится. Я оставил свою подругу Джесси здесь, пока ходил тебя искать. У меня то, о чем ты просил. Если, конечно, ты готов отдать нам обещанное. Нам? Про нам ты ничего не говорила, а я не люблю сюрпризы. Если ты вводишь компанию с подобными людьми, может быть, стоит отменить сделку? Да нормально у меня друзья, правда, Джесси? Проблем не будет. Давай не будем... так, за дело, я не обижаюсь, надеюсь, он тоже. У меня плохое предчувствие. Я не обижаюсь, надеюсь, он тоже. Решено, никто, ни на кого. Тогда продолжаем. Я заберу бриллиант? Да, ты его заслужила. Пожалуйста. Ну он же сейчас просто убежит. Но это не бриллиант. Это лазурит. Господи. Это не должно сойти ему с рук. Почему ты ему доверился? Лазурит не так уж и плохо. Нужно найти его.
Быстро, давайте вперед, блин, за ним. Либо я получу свой бриллиант, либо верну себе череп. Либо заставишь его заплатить, верно? Быстрее. Ты его видишь? Я нет, а ты? Нет, он скрылся. Значит, придется его разыскать. Пошел. Так, давай, давай. Ой, народу тут, конечно, хоть жопой жуй. Ну ладно, окей, погнали. Выступление Габриэля. Мы не найдем его, если будет просто стоять. Так. Это он, Габриэль, Габриэль! Отойдите. У меня один вопрос. Отложите все вопросы до конца выступления. Кто Габриэль-то, ёпчатый? Контролёр. Это Лукас. О, с ним надо поболтать. Да ёпросто, давай ближе. Во. Ты чего? Ничего, а ты? Ничего, а ты чего? Говорю же, ничего. Эй, поздравляю с победой. Я, конечно, все равно считаю, что наш маяк потрясающий, но вы, ребята, тоже не ударили в грязь лицом. Ну, то есть, сама идея с монстром мне понравилась, только вот фейерверк тут при чем? Моя команда, машина у вас была что надо, твой друг сделал. Ваш маяк вышел не таким уж плохим. Да ладно, перестань, вы, ребята, честно победили по праву. Все в норме. Слушай, ты случайно не видел тут такого жутковатого типа с длинными волосами и бородой? Кажется, нет, а что? Да он Петру блапошил, не отдал ей бриллиант. Ого, всем известно, что с Петрой лучше не связываться, если, конечно, не хочешь неприятностей. Буду посмотреть, если что. О, спасибо большое. Значит, все нормально? Ну да, нормально. Нормалек. Все в норме. Нормалек, все окей. Нормуль, нормуль, нормуль. Нормалек. Ха, ладно, Лукас, пока. Классная тема. Так, окей. Чего у нас дальше? Диджей. Мюзик. Окей. А что, использовать? Взглянуть? А использовать? Никто не начнет вечеринку так круто, как отличный диджей. Он тебя не слышит, по-моему, вообще. А использовать что? Классная песня, заявки принимаешь. Я кого ищу? Давай потанцуем. А, все, больше ничего нельзя делать. Ну ладно. Аксель. О, поговорить с Акселем. Думал, тебе удастся скользнуть из этой ловушки, да? Что ж. Ничего у тебя не получится, тебе не сбежать. Слушай, Аксель, ты случайно не видел такого жутковатого бородача? Нет, но Петра мне уже обо всем рассказала, я ищу его. Ну да, мне кажется, с Акселем лучше не связать. Прости, чуть отвлекся. Это устройство, прямо моя мечта, чрезвычайно сложное и почему-то не переваривает птиц. Просто когда сталкиваешься с чем-то интересным, следует это игнорировать. От тебя никакой помощи, хватит валить дурака, все, нам его не найти. Нам очень нужна твоя помощь, Аксель. Не исключено, что другой возможности найти его у нас не будет. Я искал, просто отвлекся. Ладно, ладно, буду искать. Вот только посмотрю, как еще одну курицу разделают тут. Понятно, нахрен тебе. Вот чудо в перьях, с тобой все ясно. Так. Давай. О, это же наша свинья? Да, по-моему, наша. Да, наша. Никак опять команда раздолбает. Как поживает ваша дурацкая свинья? Я слышал сильную жару в работе мозга, не сейчас это. Тебе не отвертеться. С дороги, болван. Так. Эй, кого ты назвал? Тебя с дороги нахрен прочь. Пошел отсюда. Вот так. Во, нормально ты какая бабеха-то, а мощная, блин. Руки-базуки. Так. Айвор, схватить. Схватить? Эй, куда ты? Ты чего это делаешь? О, прошу прощения. Я же извинилась. Рубен, куда ты запропастился? Рубен, ты куда? Рубен. Отбивная, подходи, свежая свинина. Ты чё, блин? Ты чё? Жил, как сочная свинья отбивная. Ты чё, я... Чего ты кричишь? У меня тут, между прочим, бизнес.
Ты чё мою свинью-то взял? Это мой поросёнок. Ты похитил моего поросёнка. Эй, не понимаю, о чём ты толкуешь, барышня. Я нашёл свинью на улице. Не самый толстый свинья, но он не еда, да, вот сейчас же. Это мой друг. Это мой друг. А для меня это просто товар. Возможно, ты могла бы его выкупить. Ты чё, блин, вот ты, а торгаш. Хотя мне кажется, у тебя нет ничего ценного. Пригрозить мечом, предложить... Давай пригрозим мечом. Все, обосрался, да? Дай сюда мою свинью, тварь. Ладно, ладно, маньячка... А маньячка малолетняя, бери, она твоя. Пошли, Рубин. Какая ты у меня милая. Прости, Рубин, я везде искала этого жуткого парня и не заметила. Ладно, ладно, прощайте. Ну какой же он падла, а? Так, погнали дальше. А, свинья убежала, понятно. А, нет, она за мной следует, да? Да, за мной. Все, окей, за мной, так за мной. Здорово, Петро. Помнишь, что мне нужно было повернуть вместе с Петрой? Короче говоря, мы встретились с этим типом, и он нас с Петрой облапошил. Вот мы его ищем. Поможешь? О, конечно, я с вами. Кто-нибудь его видел? Я думал, что заметил его, но обозналось. Погодите, вот он. Похоже, что он идет в зал. Нам нужно как-то привратненько, чтобы попасть туда. Вперед! Ага, привет. Как мы можем попасть внутрь? Билеты. Ну, это очень важно, с дороги. Нет у нас никаких билетов. С дороги, нахрен. А мне надо увидеть ваши билеты, иначе остановлю вас прямо здесь. Ты уверен? Понятно. Курица, курица. Принесло, я тебе так признаюсь, ты просто не представляешь. Надо что-то делать. Например, билеты на это шоу давным-давно распроданы. Я бы мог прорваться, мне только нужно место, чтобы разогнаться. Он... нам нужно его отвлечь. О! Нам нужно его отвлечь. Если тут будет бегать множество кур, чем не отвлекающий маневр? Кыш. Это привратник боится кур. Такой большой боится маленький. Может, у нас получится сломать эту машину, этого парня. Тогда мы надолго что-то там. Но придется сломать окно. Как ты до него доберешься? Давайте поищем. Должно же подвернуться что-нибудь. Я бы меч просто кинул, и все. Или камушек, и все, блин. Использовать. Использовать. А, тут рычаг есть. Ну, давай. Ну и... Подожди, я что-то не понял. Ты что? Использовать. А, вот. Мне надо добраться вон до того окна, но ограда мешает. И вряд ли мне удастся совладать с оградой пока. Ладно. Окей, так, значит нам... А, можно на shift быстрее идти, ёпрасте. Так, вот это мне точно нужно. Слизь. Хм. Могу поспорить, при помощи блока слизи я бы достала. Стенд со слаймом. Ну давай. О, oh, hey. Oh, привет! Снова встретились. Хм. Один блок слизи, пожалуйста. Мы здесь не предлагаем слизь в блоках, только в ядрах. Я знаю крафт, но сегодня у нас их мало, так что отпускаем только по две штуки в одни руки. Ты могла бы сама сделать блок слизи, если у тебя будет 9. Извини за прошлый раз. Прости, пожалуйста, за прошлый раз. Я просто обозналась, правда. Извинение принято. Каждому по комплекту ядер слизи, пожалуйста. Оу, какие хорошие. Стоп, тут только 8 ядер слизи. Нам нужно еще одно, чтобы сделать блок. Ладно, надо найти способ добыть еще слизи, да побыстрее. А, мы же там с этим чувачком познакомились. Он же нормальный, поэтому, по сути, он должен помочь. Ну, да? Так-то. Так, давай быстрее. Он где-то, по-моему, тут был. А, вот он, вот он, вот он. Во, Лукас, пожалуйста. Слушай, Лукас, можешь оказать мне одну услугу? Все возможно. Мне нужны ядра слизи, поверь, это не просто прихоть. Народ, что бы вы там ни затевали, я с вами. Блин, чувак, ну ты лучший. Я же говорила. Да ладно, не так уж этот парень крут, правда? Там будет видно. Пора кое-что изготовить. Да, я знаю, крафт. Так, так, так. О, это будет долго. Так.
You're totally jealous. Та-да! One slime block. Один блок слизи. Gross. Гадость. Я учту. Right. Вот так. There. It's all you, Jesse. Узнаю тебя, Джесси. Подтолкни меня. Я бы просто... Ну, я высоты не боюсь, но... Ой, случайно. Давай, прицелимся сюда. Отлично. Вот сюда. Бах, блин. Вот и хорошо. Мои птицы, мои любимые птицы. Не открывайте глаза, иначе они вам выклюют их. Курицы уработали просто, чувака. Все, полетели туда. Эй! Так, и что такое? А, загрузка, я уж думал, все. Через эту дверь. Что будем делать? Есть миллион способов сыграть эту партию. Вежливо попросим свою собственность. Предстоит небольшая расплата. Что положено? Что положено? Что положено? Ты куда, чем я тебя считал? Готовы? Готовы. Ну, Лук уже с нами пойдет, да? Уже нормально, чел. 4, 5. Да, Лук с нами. Окей. Ой, свинья! Что-нибудь видно? Должно быть, он пошел другим путем. Что это? Похоже, здесь был подвал. Странное место для укрытия. Бьюсь об заклад, я найду. А если мы найдем что-то классное, мы ведь сможем это прихватить, так? Аксель, мы здесь не для этого. Я же говорил, следует делать что-то положено. А если этого парня тут нет, значит, положено его обокрасть? Не хочу опускаться до его уровня. Надо поторапливаться. Так, надо поторапливаться. Айвор может вернуться в любой момент. Нет времени заниматься грабежом. Время на грабеж найдет всегда, Джесси. Всегда. Чем быстрее мы найдем то, что ищем, тем быстрее сможем убраться отсюда. Так, ну давайте погнали тогда, что искать. Книжка, да похрен, ну ладно. В основном все для варки пива. Пивас. Так, куда дальше-то идти? Тут Петра. А, ребят, кстати, придумайте ник или название, за кого мы играем, за нашего главного персонажа. Да уж, вряд ли этот парень много сражается. Слушай, каменный меч все еще при тебе? Ага, пришлось помахать им перед этим болваном мясником. Ну, чтобы спасти Рубена жизнь. Впечатляет. Решила оставить, но мне он показался слишком мягким и тяжелым. Ничего, все равно может пригодиться. К тому же он очень эффективный. Так. Так, что у нас дальше есть? Аксель. Что-нибудь есть? Хочется это украсть. И вон то, руки сами с собой тянутся. Так. Ну, конечно, ты же должна пойти. О, посмотрите на это, вы мне не поверите, но клянусь, я видел это во сне. Ага, зелье, согласен, это прогресс, но все же. Так, не трогай, это мое, это все твое, не трогай. Не трогай. Сделай одолжение, поищи этот череп. Я и так ищу. А вот и нет, я тебе о чем просил, а ты делаешь все наоборот. Он обязательно заметит пропажу своего замечательного зелья. Хороший вор всегда заметает следы. Готово. Ой, а там рычаг. О, да, идеальное преступление. Рычаг. Давай к нему. Потянуть. Вот это да. Ну, я так и думал, что он это и хочет. Песок души, он повсюду в нижнем мире. Что насчет блока посередине? Никогда не видел ничего подобного. Попробуй посмотреть поближе. Как-то очень странно, не трогай, это машина. Это машина? Откуда такой блеск? Похоже на какую-то машину. Если это машина, то я не видел таких раньше.
Не забывайте, зачем мы здесь. Мы ищем череп. Сундук. Там будут полюбасу эти головы. Я нашла череп, но... Что за черт? Зачем я рискую головой ради этого черепа, если у него их уже два? Так спешил заполучить его. Так, что значит? Может, Айвор коллекционер? Либо тут кроется что-то очень мерзкое. Блин, заберите, если проблем не будет. Он занимается чем-то сомнительным, надо выяснить, чем. Песок души плюс три черепа и сушитель — это же рецепт для создания сушителя. Но Иссушитель — это один из самых ужасных монстров. Мы спустились сюда, чтобы найти череп, мы его нашли. Может, просто взять его и свалить отсюда, пока есть возможность? Все, вам хана, короче. Народ, бежим. Возьмите только, возьмите один череп-то хотя бы. Укрытие. А чё я ходить-то не могу? А, все окей, был выбор. Окей. Но он же заметит. Хотя, может, ты меня не узнаешь? Или, пожалуй, удивлен нашей встрече? Нет, не годится. Думал, что избавился от меня, да? Вот это. Лучше. Вообще просто беспалевные. О, нормально, нормально. А ну-ка. Все. Что это было? Кто здесь? Привет, Айвор! Что вы тут делаете? Что вы видели? Оставь ее. Прочь, приятель. Вы что, следили за мной? Ты думал, надул нас и концы в воду, да? Мы прошли объяснить, что вы собираетесь делать. Нам не нужны, мы видели твою сущность, отдай нам бриллиант. Нам не нужны неприятности. Мы не хотим неприятностей. Мы хотим вернуть свое. Меня не запугает, тем более вам. Эй, не повезло разговаривать с моими друзьями в таком тоне. Придержись язык, а не то. Довольно, вы и так уже потратили кучу моего времени. Ля ты крыса, вот просто. Куда он делся? Разве не хотите по-хорошему? Буду рад вышвырнуть вас. Здорово, пацаны! Покажи нашим друзьям дверь. Чу. Вы же должны его за... Вниз! Да я же успел нажать! Чё такое-то? Ну ладно. Успел. Я просто за мышку еще берусь. Очень непривычно. Так, видимо, сейчас загрузка. Ух ты, это так здорово. Не так ли? А сейчас, впервые за всю историю Крайкона, мы с гордостью объявляем. Единственный и неповторимый. Габриэль! Какой лучший. Габриэль, мы любим тебя. Спасибо. Вы со мной? Да, мы с тобой. Упси. Все в порядке? Народ. Где Лукас? Мне казалось, он был прямо за мной. Что ж, если его здесь нет, он может быть только... Он все еще внизу. У Айвора есть железный голем и все составляющие, чтобы построить внизу сушителя. Если он вздумает выпустить его, то в такой толпе надо действовать быстрее. По счастью, здесь находится величайший воин. Должен признаться, меня буквально заставили прийти сегодня сюда. Это самый умный способ помочь Лукасу. Давайте вместе проберемся к Габриэлю. Давайте
Я пойду за Лукасом. Сама, ты уверена, Джесси? Петра это запомнит. Да. А вы все ступайте за Габриэлем. Ясно, Джесси. Мы найдем способ придумать Габриэля, а потом встретимся с тобой здесь. Что ж, явимся. Нельзя найти величие. Будь осторожней. Величие строится постепенно, шаг за шагом. При правильной подготовке и верном руководстве, любой, говорю, любой. Никакого толку. Ну что, ребят, это была вторая часть Minecraft Story Mode. На этом сделаем паузу. Так что до следующей встречи. С вами был Люксид. Спасибо вам за просмотр. Всего вам хорошего. И до скорых встреч.